и суровую реальность. То есть насыщать мир красками, развивать такую ценность, как духовность. Например, тот же шарик для ребенка, да, ну он обычный, но он сдуется, да, но тем не менее, боже, как он будет рад поиграться с ним, не знаю, развить ту же креативность и те эмоции подарить нам. И например, тоже та же игра в Америке, кидание пирогами, да, боже, ну это же тупо, да, мы можем пойти там поработать в офисе и заработать деньги, но как жить в мире в этом современном без эмоций? Да никак, в принципе. То есть не все в этом мире должно быть с выгодой. Мы должны делать что-то для себя и что-то, ну, и ставить не только какую-то, вот, у меня есть задача, я ее выполню, спасибо, вот это было практично, надо, это хорошая была выгода и для общества, и для меня, боже, как же мне дальше работать. То есть мы за то, что это изобретение бесполезное, мы не должны его сразу радикально отбрасывать. Оно должно происходить наравне с изобретением важных. То есть мы не должны полностью радикально с этим, к этому относиться. Не все кинутся заниматься чем попало. То есть сразу нельзя ограничивать себя рамками, тогда что-то будет интересно нашему миру. Спасибо. Если за промову, то промову запрашивается заступник.